Уважаемые жители Ульяновской области, руководители некоммерческих организаций и неравнодушные гражданские активисты, 19 октября текущего года Общественная палата Ульяновской области объявила о старте уникального для Ульяновской области проекта «Общественный наказ». Это проект по формированию целей и задач органам исполнительной власти и дальнейшему их мониторингу и контролю. Что для нас важно? Мы планируем в рамках этого проекта прежде всего вовлечь как можно большее количество жителей Ульяновской области в формирование наказов, целей и задач для исполнения органам исполнительной власти. Второе – это обеспечить прозрачность и открытость деятельности исполнительной власти. И третье – повысить эффективность этой деятельности. В рамках проекта мы хотим собрать все ваши пожелания, все ваши идеи, наказы, все ваши пожелания для исполнения органам власти и сформировать общий перечень целей и наказов для передачи в дальнейшем правительству и министерствам Ульяновской области. В период до 15 ноября на уровне каждого поселения будут сформированы эти списки. Вы можете принять участие в формировании общественного наказа следующим образом. Это либо провести, организовать или просто принять участие в организованной для вас встрече, собрании, мероприятии, высказать свои пожелания устно, заполнив бумажную анкету, которую мы разработали, или используя электронные средства связи, такие как анкетирование в сети интернет. Мы сформировали анкету и разместили ее у себя на сайте Общественной палаты Ульяновской области, а также в социальных сетях Общественной палаты в Фейсбуке и ВКонтакте. Также надеюсь на то, что максимально жители подключатся и будут своими репостами также расширять количество ссылок, по которым можно будет зайти и поучаствовать в опросе. Кроме этого, если у вас не получается никаким образом из вышеперечисленных принять участие в общественном наказе, вы можете в свободной форме в соцсетях, на наших страничках, постами под обращением, под этим обращением в том числе, написать все, что вы хотите, с хэштегом «Общественный наказ». Мы также это примем во внимание. После 15 ноября мы, муниципальные общественные палаты районов, передадут перечень наказов нам в Общественную палату Ульяновской области. Здесь мы сформируем экспертную группу, с которой в дальнейшем составим рейтинг и выберем на основании ваших пожеланий, голосов и количества принятых участий в этом формировании целей и задач общий перечень и в конце декабря передадим в исполнительные органы власти, в правительство Ульяновской области и губернатору Ульяновской области. Хотелось бы отметить, что на этом работа по проекту не закончится. Мы в течение всего 2021 года сможем мониторить и контролировать выполнение этих общественных наказов. Уважаемые жители, я прошу вас не оставаться равнодушными, принять участие в проекте «Общественный наказ». Нам важен каждое ваше пожелание, каждая ваша идея, каждый ваш голос. Спасибо.